Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео не совсем обычное. Так получилось, что мне довелось поговорить с множеством количеством людей, молодых разработчиков, и на самом деле выяснилось, что они не до конца понимают, как работает dependency container. Для некоторых это вообще черный ящик, и, в общем-то, ну вот я решил сделать такое видео, в котором показать. Я не собираюсь ни в коем случае делать свой собственный контейнер, и вас на это спровоцировать. Я просто хочу вам показать, как это работает, что в нем внутри, чтобы до конца понимать, как это можно использовать. Друзья, я создал для примера пару классов. Один называется Profile Service, второй называется Email Service, в который как раз инжектится тот самый Profile Service. Ну и сделал метод send, который получает в этом пользователя и подставляет его вот в эту вот строчку. Даже лишнюю поставил точку запятой. Как это работает, если мы не используем контейнер? Мы создаем сначала instance profile сервиса, потом создаем email сервис и в конструктор подставляем profile сервис. Нажимаем send. И, в общем, вы видите, как это работает. Вот, подставил сообщение, одно в другое, все как бы нормально. Это, что называется, простой способ, да, то есть такой, ну, не продвинутый, да. Потому что вот эти вот new, они на самом деле включают в себя зависимость. То есть это называется включение зависимости, да. То есть когда один класс жестко зависит от другого, и в данном варианте вот это вот здесь прям показано. Итак, что же происходит в контейнере? Контейнеры все работают одинаково. Принцип у них очень простой. Вы регистрируете сначала тип, а потом этот тип получаете по требованию, когда делаете там resolve или get service. В общем, у них у всех одинаковый принцип работы. Что вы туда положили, то вы и получили. Давайте я сейчас покажу, каким образом это у них получается. Я сейчас закомментирую то, что у нас здесь вот уже есть, чтобы немножечко очистить место. И, в общем-то, напишу. Давайте я напишу сначала, да, вот так вот, profile service. И получу его через activator.getInstance. Сюда я должен указать тип того, чего я буду создавать. Это у меня будет profile service. И, в общем-то, здесь я могу сказать profile service. Ну нет, на самом деле так не могу. Мне нужно сделать определение, потому что createInstance, он возвращает непосредственно объект. Поэтому мне нужно его привести. И, соответственно, теперь я смогу сказать ему get default user. И если сейчас нажму сообщение, вызову на исполнение, получается, у нас этот самый пользователь появился. Что же касается дальнейшей штуки, да, допустим, у меня есть вот такой вот сервис. И теперь я сейчас уже буду опять использовать активатор. Я сейчас немножко поманипулирую, ну, в хорошем смысле, руками. Активатор. Create instance. И здесь у нас опять же будет type of email service. И, в общем-то, давайте тогда сразу сделаем email service send. И сейчас, как вы понимаете, я получу ошибку. Давайте вот эту строчку уберу, она нам сейчас пока не нужна. То есть я сейчас получу ошибку. Да, вот эта ошибка. Она говорит, что нет параметра, конструктора без параметров для вот этого email сервиса. Если мы обратим внимание на него, то да, в конструктор принимается сервис. Так вот, для того, чтобы создать это все-таки instance, create instance метод получает дополнительно еще, как вы видите, хреново тучу всяких параметров, и в том числе объектом может получаться сюда другие типы для создания через конструктор. Если я добавлю сюда, добавить profile service, извиняюсь, у нас получается то же самое, что было, собственно говоря, раньше. Ну, а теперь давайте сделаем хитрый ход конем. Я вообще вот это вот сейчас все, ну, давайте тоже закомментирую, для того, чтобы вы могли сравнить. И теперь давайте сделаем немножечко по-другому. Допустим, ну, я не буду писать весь контейнер, да, я покажу, как это примерно работает. Итак, давайте назовем контейнер, создадим его public
класс, пусть будет нет, давайте покороче, давайте он у нас simple, давайте еще короче назовем, simple и ok. Вот такой вот у нас будет класс. И, в общем-то, если у меня есть что-то, что мы записываем, ну, давайте тогда буду сразу его использовать, чтобы было понятно. Я тогда сейчас создам var container new simple ioc container. Теперь мне нужен в этот контейнер. Нет, мне нужен контейнер. А, мне нужно что? Мне нужно register. Что-то, мне нужно что-то там зарегистрировать. И не что-то, а конкретный тип. А, давайте этот контейнер. Нет, давайте public. Void. Register. Мы создадим метод. И, в общем-то, здесь будем, что мы делаем. Здесь мы как раз будем получать тип. И этот тип здесь будем регистрировать. Ну, для этого нужно создать какую-то переменную. Ну, пусть это будет private read-only. Что у нас там будет? List of type. Это будет dependencies new. В общем, да, вот такую штуку я еще удалю. И здесь вот так вот запишу. В общем, есть у меня какой-то набор зависимостей. И здесь, соответственно, я давайте буду проверять. Давайте сделаем private bool is exists. Чтобы проверить, что этот тип существует уже, мы здесь напишем, опять же, type. Нет, не так. Опс. Поспешил. Мы здесь напишем type, который будем искать. И мы будем говорить return dependencies contain. Нет, contain. Именно этот самый type. Вот. То есть мы будем проверять, что если не is exist, тот самый type, который мы хотим зарегистрировать, тогда dependencies. Add, что там, type. Ну, в общем, вот как-то вот так, да? Теперь у нас получается, что для того, чтобы зарегистрировать, я так вот скопирую. И здесь напишу, что я хочу зарегистрировать в контейнере новый тип, который называется Profile Service. Далее, теперь я хочу вот это вот Ctrl-C, Ctrl-V скопировать и добавить еще регистрацию email service. Давайте пока не будем этого делать. Давайте сейчас покажу, почему. Давайте попробуем разрезолвить на самом деле. Для этого нужно сделать var. Что у нас там? Service 1 пусть будет. Это контейнер. Resolve. Ага, у нас метода это еще нет. Resolve, неправильно написал. Ну и давайте скажем type of, что там, profile service. Так как у нас этого нету метода, предлагает его создать. Пусть он будет public. Упс, с маленькой буковки нужно написать. И мы будем возвращать объект. И здесь, собственно говоря, я проделаю ту же самую операцию, что и делал раньше. Return. Нет, return все-таки нужно написать. Актива. Давайте сначала проверим if is exists. Этот самый type в этом самом списке зависимостей. Тогда напишем, здесь напишем, тогда ничего не напишем. Мы тогда здесь скажем throw new argument null exception. И здесь давайте напишем type not found. Дальше, если у меня есть, то я его создаю instance, как я делал раньше. Activator create instance. И, собственно говоря, мне здесь нужно что сделать? Type написать. Вот, собственно, и что
у меня должно получиться. Сервис, собственно говоря, здесь мне, собственно, нужно что? Правильно. Опять же, так как у меня тип приводится, мне нужно сделать приведение. Это profile. Profile service. И теперь у меня здесь get user. И я воспользуюсь linkpad, dump экстеншеном и нажму F5. Как вы видите, все получилось. То есть у меня в контейнере была регистрация, я получил из контейнера и я опубликовал. Теперь давайте немножечко дальше пойдем. Я таким же образом зарегистрирую. Нет, я чуть-чуть другим образом зарегистрирую. Я зарегистрирую вот так вот. Email сервис. Вот этот тип мне теперь, собственно говоря, не нужен. И я сделаю... А, метода у меня этого тоже нет. Давайте его добавим. Это будет примерно вот таким вот образом быть. Я сюда добавляю параметр generic. Отсюда вот тип убираю. Здесь ставлю type of t. Не, не так. Type of t. И, соответственно, добавляю... Ну, как вы понимаете, type of t. В общем-то, вот у меня произошла регистрация теперь в контейнере. Ну и, в общем-то, теперь я должен даже вот этот вот сервис не буду резолвить. Я буду сразу резолвить. Давайте вот так я скопирую снова. А хотя, ладно, пусть будет. Давайте вот так я сделаю. Ctrl-V. Здесь я скажу, что у меня это будет сервис 2. В этом сервисе 2 мы будем получать email сервис. Давайте сделаем другую регистрацию. Resolve теперь. Но тоже generic сделаем. Вот таким вот образом. Здесь я уже буду возвращать объект. Буду подавать его сюда. Здесь мне нужно подставить снова type of t. Здесь мне снова нужно type of t. И привести, естественно, чтобы мог это вернуть к t. Ну, вот так как-то, да? Так, теперь я здесь должен написать то же самое. И, в общем-то, в идеале было бы неплохо, если бы у меня здесь был метод send. И у меня все сработает. Ну, если вы можете предугадать, если я сейчас запущу, то сработает или нет. Да, конечно же, не сработает, потому что при создании опять того же самого конструктора... При создании вот этого вот резолва сюда нужно передать еще то, что мы делали вот в этом месте, да, то есть нужно передать данные. Ну и, в общем, если говорить поподробнее, то... Так, это, наверное, не так. Сейчас посмотрим. Ну, то есть, если дальше углубляться в реализацию, собственно говоря, здесь должно было быть немножечко так другим образом. Здесь у меня должно было получиться... Здесь должно быть получение параметров конструктора. А для этого нужно определиться, есть ли они или нет. Для этого нужно... Так, а мне нужно и там, да, то есть и здесь. Ну ладно, давайте тогда так. Есть у меня какой-то тип, и у него есть get constructors. Мы будем брать все конструкторы и брать single. Ну, потому что у него не может не быть конструктора. Теперь можно... Ну, это у нас получается конструктор info. Конструктор. Да, info. Если... Теперь у этого конструктора info... Нет, не так. Я, наверное, неправильно написал, поэтому он мне... Да, конечно, неправильно. Поэтому у этого конструктора есть get parameters. Вот те самые параметры, которые требуются для конструктора. Var parameters. Так вот мы получим все параметры для этого конструктора. И теперь, теоретически, нам нужно для этого параметра... Ну, давайте сделаем немножечко по-другому. Так вот. Var parameters get for constructor. И я сюда должен дать type. Так вот.
Я просто сделаю эту штуку вот таким вот образом. И вот здесь сделаю, потому что мне это нужно сделать в двух методах. Здесь у меня будет пачка конструкторов. Ой, в смысле пачка параметров. И вот здесь я должен вернуть. Ну, по порядку, да, return, пока null сделаем, вот так. Значит, при получении параметров мы должны их все создать, и для этого нужно, я воспользуюсь for in, for циклом. Здесь я напишу parameters, здесь у меня будет, нет, не len, длина параметров, и теперь я тогда здесь еще создам var, result равен new object, ну пусть будет массив. Мне нужно указать размер массива. Я его создам из параметр тоже length. Ну и теперь, собственно говоря, мне теперь нужно result и равен activator create instance, и собственно мне сюда теперь нужен этот самый parameters, и ну пусть будет parameter type. В общем-то, вот таким вот образом я верну все параметры, которые нужны для конкретного конструктора. И теперь собственно я могу вот так вот сделать, и где-то здесь вот он resolve еще вот здесь сделать, и сюда написать type of t, и запятая написать parameters, и не забудьте это сделать здесь тоже parameters. В общем, если я теперь запущу F5, как вы видите, у меня все разрезовывалось и в общем-то заработало. Ну, надо сказать, что если зависимости рекурсивные, более сложные, там более сложные механизмы, но принцип примерно, как вы поняли, он именно такой. Ну, в общем-то, что бы еще хотелось добавить? Еще хотелось бы добавить вот что. Ну, рано или поздно все программисты доходят до того уровня, что начинают писать свой собственный контейнер. Было время, что когда-то писал и я свой, это было давно, в 2011 году. Ну и недавно, буквально несколько часов назад, я все-таки сделал из него нормальный контейнер. И если интересно, то вот можете почитать. Помимо того, что есть полностью исходники этого контейнера, как вы можете посмотреть и увидеть, он, собственно говоря, настолько прост, что вот дальше как бы уже, я не знаю, как еще упрощать. Он полноценный, рабочий, работает удобно, особенно в консольных приложениях, когда не требуются громоздкие штуки. Но, в общем-то, можете пользовать. Я думаю, что он вам как-нибудь поможет. И я его сделал для разных нет-коров. И 1, и 3, и даже нет-стандарт. В общем, пользуйтесь, пожалуйста, пишите, если будут вопросы. Ну, а на этом, наверное, все. Я думаю, что я объяснил, как работает контейнер. Если появятся вопросы, задавайте в комментариях. Я с радостью отвечу на них. А на этом, наверное, все. Всего доброго и удачного вам кодинга.